Мам, 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 у меня прекрасная новость. Представляешь, Николай Петрович меня позвал на футбольные сборы. Там будут самые топовые клубы российской премьер-лиги. И у меня будет шанс, потому что они ищут себе таланта. Смотри, у меня уже даже футболка с моим именем. Правда, пока без номера. Чё скажешь? Погоди, погоди, сынок, какой футбол? Мы же собирались поступить на коммерцию. Мы даже с отцом уже деньги собрали. А ты тут со своим футболом, вот все на. Мам, я тебя прекрасно понимаю, но я же мечтаю стать футболистом, и такой шанс выпадает раз в жизни. Если я сейчас его не использую, я больше никогда не стану профессиональным футболистом. А может быть, он действительно прав, и это тот самый шанс для него? Эх, опять наша сборная вылетела с чемпионата Европы. Вот если бы наш сын когда-нибудь ко мне подошел и сказал: «Пап, я хочу стать футболистом, и не нужно мне никакое образование», я бы сразу ему сказал: «Да, иди за своей мечтой». А я-то чё? Ну чё они бегают там? Мой сын намного лучше их играет. Да, сынок, я согласна. Мы с папой тебе препятствовать не будем, и мы тебя отпускаем. Если нужна будет наша помощь, обращайся, мы поможем. Сынок, ну что ж ты все молчишь, ну что ты молчишь, ну я же тоже переживаю. Ты можешь хотя бы сказать, ты подал документы в университет или нет? А то, не дай бог, тебя какие-нибудь умники обгонят, и все, не станешь ты металлургом. Мам, да конечно же я подал. Да кто меня там догонит? У меня почти 300 баллов на ЕГЭ. Ближайший отрыв от второго места почти сотка. Меня никто не обгонит, даже если захочет. И такие люди не подают на металлурга, сама понимаешь. Мам, ну можешь мне дать шанс? Ну пожалуйста. Я, честное слово, буду каждый день заниматься. Мне только бизнес интересен. Прошу тебя. Нет, 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 и еще раз нет. Никаких бизнесменов, никаких бизнесменов. Это обман, везде один обман, везде кругом один обман. Ты меня обманешь и всех вокруг обманешь. Никаких бизнесменов, ты меня понял? Не дай бог, я узнаю, что ты там что-то промышляешь. Меня это окончательно достало. Если она хочет, чтобы я стал металлургом, я поступлю и буду специально ужасно учиться. Прогуливать пары и сделаю все, чтобы меня наконец отчислили. Посмотрим, как она справится с этим.